Ну что, ребятушки, поехали. В общем, выбиваем недостающую имбу нового героя. Я надеюсь, мы на него потратим не все 10 миллионов. Останется у нас немножко для ролла созвездий. В общем, добавили нам этого Фобоса, и мы сейчас с вами попробуем заролить самики и получить эту недостающую имбу. В общем, поехали. Как обычно, с вас лукасики, ручками, ножками, как там пишут некоторые котики. Котики, давайте поднажмем. Не знаю, мне понравилось то, как здесь падают созвездия за 300 самоцветов. Нереально, очень хорошо падают. Четверки, пятерки выпадают. Я думал, будет единички, двойки, точно так же, как ролят без донаты на других серверах, вот как предыдущее наше созвездие, там где 6 штук, там реально падает плохо. А вот здесь мне понравилось. Так, профессор Рибет, Суккуб. Короче, я чувствую, я сегодня вытащу кучу недостающих мне героев. Долго мы будем ролить, судя по тому, как падает. Но ничего не сделаешь, нам надо вытащить эту имбу. В принципе, эти самые здесь и для этого и есть. Фараон. Рандомчик. Давай, чтобы я не орал здесь. Призрачный. Орксбейн. Призрачный. Влад Дракула. Ну, я вам скажу так. 20к мы уже просрали, но леги падают. Как ни странно. Не то, что хотелось бы, конечно. Куча магазинных героев. И все, что мне не надо, потому что здесь на этом аккаунте. Оу, Купидон Ниндзя. О, как обычно, ребята. Кто-то стрим снайпит мои эти обновы. И, как обычно, нам помогает с роллингом. Малышник. Гримфилд. Ну, в принципе, неплохие герои. Никак, никак я не дойду до этой цифры. 10 миллионов. Plant Warrior. Ну, давайте по 150. Может, он где-то там, этот Фобос, по 150. Thunder God. Паладин Атлант. Фрея, наконец-то, хоть какая-то имба. Еще одна Фрея, нифига себе. Вот так вот, ребята. И опять Суккуб. Дракос. Где мой Фобос? Англичане, английские разработчики. Зачем мне ваши Дракосы? Зачем мне ваши Фреи? Дайте мне просто одного недостающего героя. Варлок. Вот мы неплохо его заролили на Тайване. Лазуля Влад Дракула. Вот так вот. Медуза Призрачный. Слышали не наши просьбы? Начали давать нам, знаете, так подкидывать пару легенд. Влад Дракула. Икси. Икси. Сердцеедка. Энди Кейн. Знаете, такие жесткие названия здесь. Мне нравится больше всего слизни. Кристал Гусь. Паладин. Чемпион. Нифига себе. Ну это просто жесть. Седна. Ой, говорю, Седна. А у нас нету, кстати, роллинга. Нет, нету сегодня. Не открыли. Завтра, наверное, будет по 1500. Ниндзя. Орксбейн. Плант Вориор. Где моя имба? Вот где-то. Покажись. Атлант. Оккультист, нифига себе. Еще одна Фрея. Седна. Давай, рандомчик. Давайте по 150. Паладин. Ара. Что-то мы уже тысяч, у нас было 80 тысяч уже, ребятушки, 70, не 80, я на эти слил. Но все равно идем к 80, Пикси. Блин, ну 3 фрей вытащить за 60, за 70к, это, конечно, круто. Фантом Кинг был, Деск Найт. А где наша новая имба? Где он? Где ты? Где ты? Я тебя жду. Как-то нам он реально повезло. Здесь, наверное, подкрутили шанс. Не получим мы этого имбового героя.
Orcsbane. Индикейн. Не хочет малыш Ник. Валентина. Вот мы уже приближаемся, ребятушки, к 100к. Немало. Ну, я думаю, это нормально для этого героя. Эспирита. Варлок. Махатма. Блин, ну хорошие герои падают. Ниндзя Эспирита. Интересно, мы словим тройничок сегодня? Или нет? Как думаете? Рон. Имер. Суккуб, я не видел, кто там был. Вряд ли это новый герой. Хотя показывает плюс 2. А, так, оккультиста мы словили. Хотя у меня здесь оккультист есть. Махатма еще одна. Суккуб, ну давайте уже, я уже устал ролить. Я так не люблю последнее время что-то после роллингов ваших ролить себе. Ну, на Тайване мне понравилось ролить, потому что там мы вытащили недостающую имбу. Так, ну, Рипер, Седна. Сноу. Деск Найт. Гринфилд. Знаете, как такое ощущение, что идем по накатанной. Как думаете, вложимся в 300к Рину? Я думаю, нет. С таким дропом. Мне что-то кажется, что он Гризли... Ничего себе, ничего себе! Малышник Дракос, Триантик. Еще один Рину. Тан-тан-тан-тан-тан. Где мой Фобос? Фобос, приди. Гаргул пришел. Чемпион пришел. Малышник пришел. Памкин Дюк пришел. Землеройка. Вот так вот. И все равно не упал. Орксбейн. Санта Бум. Кстати, деда не было вроде. Анубиса я не вижу. Стрелка я не вижу. Зато бочка есть. Орксбейн. Удриид тоже недостающий нормальный герой. Почему бы и нет? Валька. Дракос. Санта Бум. Сноу. Друид. Ну давай, рандомчик. Гринфилд. Куб. Чемпион, сердцеедка. Давайте сделаем ускоренный ролл. Суккуб. Вы пишите, кого вы успели увидеть. Махатма вроде была. Леди Лео. Паладин. Энди Кейн. Не увидел. Трианта увидел. Смотрим. Нету, 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 нету. Уже у нас ушло, ребят, почти 200к. Почти 200к. Лазуля Гаргул. Это жесть. Икси. Паладин. Варлок. Знаете, самое прикольное, что можно было бы просто подождать неделю и вытащить его. Но я хочу просто сделать вам тесты. Поэтому. Точнее, купить паладин, рипер. Короче, жесть. И землероек падает дофига. Не увидел я, кто там был. Его нету. Ну, он засветится здесь. Такс, ну давай, давай, рандомчик. Видите, я вам лучше ролю даже, чем себе. Ну давай, давай.
Бастимер. Ну, хоть бы стимера нам дали. Двести к, ребят. Афинка. Ниндзя. Химка. Ну, где ты? Где ты? Давай, зайчик, приходи к нам. Мы тебя не будем обижать. Медуза. Гримфилд. Что-то гримфилды падают очень часто. Ну-ка, проверим за 150. Нифига не падает. Что так не падает? Что так не падает? Desk Knight. Это жесть. Оккультист второй. Второй оккультист, ребят. Это просто аут. Мы увидим его или нет? Суккуб. Фрея четвертая уже. Имхотеп. Трикси. Ну, 4 Фрея, это сильно. Правда, они стоят на рынке копейки. Дракос. То чувство, когда тебя решили развести на самоцветы. О, все, сейчас по-любому выбьем. Land Warrior. Капитан Дрейк. Сноу. Рикси. Такое чувство, что его просто не добавили или что. Ну, админ панелька нас сегодня, ребятушки, на английском сервере подводит. К сожалению, да. Самое, в принципе, знаете, что самое интересное? Что обычно героев через 2 недели продают там уже пачками. Особенно если это не такие там донатные, как Зефирка, то там 2-3 недели. Вот сейчас оккультиста продают целого за один пак, то есть спустя обнову, спустя месяц. Ну, конечно, месяц без героя тоже неохота. Ну, потому что я делаю обзоры, поэтому у меня вариантов как бы нет. Обычным людям, в принципе, это самый реальный вариант дождаться его, то есть кто может донить и ждать как вариант. Да я уже замахался сжать. Инди, свален. Фу, троечка была, мы ее пропустили. Мы ее пропустили, ребята. Мы пропустили тройничок. Обидно. Леди Лео. Еще один свален. Просто бешеные легенды начали падать. Суккуб. Это жесть, ребят. Это реально жесть. Капитан Дрейк, и мы уже слили 300 тысяч самоцветов. Прилично. 300 тысяч самов штука. А можно купить было его просто за один пак. Ну, через месяц. То есть вот что стоит игра за месяц. Или сейчас, или потом. Я уже запарился жать. Они просто троллят или решили пересмотреть реально, сколько мы легенд вытащим. Одни землеройки сыпят. Жесть. Завтра будет по-любому коллекционер на английском сервере. Дракос. Land Warrior. Купидон. Ниндзя. Друид. Жесть, я не знаю сколько. Вот мне интересно, кто там пересчитает легенд. Напишите потом в итоге, сколько реально мы легенд на этом роллинге вытащили. Просто интересно. Не, его так и нету. Его так и нету, ребята. Это печаль.
Устраиваем. Атлант, Паладин, Деск Найт, Афинка, Леди Лео. О! Вытащили наконец-то мы его, блядь. 320 тысяч самоцветов, ребят. 320к, но мы вытащили эту хрень, этого Фобоса долбаного. Не видать нам 10 миллионов, зато у нас есть Фобос. Чем можете меня поздравить? В общем, ждите прокачки топовые, ну и, конечно же, тестов. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Это было сделано за 15 минут, блядь, роллинга.